Привет, это Darksiders 2. Так, и... Где здесь сундучок? Громил, это не подскажешь? Точно, он здесь, я вспомнил. Почему вот он не может здесь пройти? Ладно. Перебрасывай меня. Толстопузик. Это так мило. Здесь у нас что? Карта. Что бы я делал без нее? Так, а здесь? Я вижу, там подняться можно. А, здесь я, наверное, какую-то вещь возьму. Потому что в предыдущей части в таких штуках я брал вещи. Мне интересно, что вот здесь. А, нет, как ты мог не допрыгнуть? Да бы ты издеваешься. Так, и как это работает? Ладно. Может быть, сейчас я смогу, когда вот это вот возьму. За это же не придется драться. Там просто череп. Меня развели. Что он дает вообще? Двойной прыжок. Смертельная хватка и достижение даже дали. А, позволяет смерти вцепляться в определенные цепи с большого расстояния. Так он может подтянуть небольшие предметы к себе, либо сам подтянуться к крупным предметам. Да, я там видел кольца эти. Да, он подсвечивается, а вот здесь? Что здесь писали? Да чего? Ты не можешь туда запрыгнуть, что ли? Ну и глупый. Ладно, с тобой надо говорить или нет? Ладно. Куда теперь? Попробуй отыскать что-нибудь. Я надеюсь, мне надо назад идти. Это потом опять подниматься надо будет. Это я его вытащил. Да. Ты чего добиваешь моих? Обалдел. Уже все? Да, уже все. Какое у меня задание вообще? Так. Поговорите с хранителем за кузницей творцов Три Камня. Нет, у меня сейчас. Пробудите стража, он поможет вам найти древо. А где там страж-то был? Это ты за мной, я здесь главный.
Здесь я смогу притянуться на ту сторону. Как это вообще работает? Ой, ты можешь нацелиться? Ладненько. Будем считать, что нет. Здесь тоже ничего нельзя сделать. А вот здесь я, наверное, смогу вот это вот схватить, да? Позволяет доставать на расстояние мелкие предметы, вроде теневых бомб. Да, это я помню. Все. Так, там вон рычаг какой-то. Это одна сторона. А он не может перепрыгнуть, он же огромный такой. Нет. Ну и глупенький. Блин, ты не можешь нацелиться туда. Как это вообще работает? Может быть, по стенам надо бегать? Он ведь не достает. Опять у меня просто не получается, да? Если просто в ту сторону бросать. А, блин! Так, а если я сейчас возьму, прыгну и... Нет! Держись! А на ту сторону я допрыгну? Мне кажется, нет. Так. Я видел вот эту фигню, но мне казалось, я не смогу на нее забраться. А он может. А я даже и не пробовал. Так, смертельную хватку можно использовать в прыжке, чтобы добраться до отдаленных объектов. Да блин, отпусти. Все, этот чудик сможет перебраться. Нет. Но вообще он мог бы меня перекинуть и перепрыгнуть сам. Кто вообще все это строил? Лифт. Вниз едем. Чего он молчит-то? Ему больше ничего не надо искать. Вроде нет.
Так. А, сердце камня. Внутри находится душа великого творца. Достань его, а я понесу. Запрыгивай, сами. Отвали. Забилось тебя камни куда тяжелее. Я не камень, почему он обзывается? Иди сюда, сами. Я тебя подброшу. Может, я осмотреться хочу. Все самое сложное делать мне. В смысле? Что за фигня? Это должно не так работать. Давно не виделись. Он не удивлен меня видеть. Там наверху сундук. Как туда забираться, это непонятно. Ладно. Вроде как получилось. Опять тут чьи-то старые вещи лежат. Ну нет, а как мне надо было обратно? Ладно. Зачем он меня бросил? Его никто не просил этого делать. Нет, ты чего такое делаешь? Он должен был за уступ схватиться. Ой, овощ. Так, лучше я по стене пробегусь. А он тут свободно катается, да? Ну ладно. Да нет! Боже! Сундук открывай. Надо было его подальше припарковать. Носишь обноски чьи-то. Эти ведь вещи кому-то принадлежали раньше. И они их спрятали. Так. Надо, наверное, быстрее, пока меня не обрызгало лавой. Тут вот дырка есть. Углубление. Не нацелиться бы еще. Ну. Это так сложно. Кто вообще играет в шутеры с геймпадом? Это же невозможно.
А почему он меня не мог вот сюда забросить? Или подсадить как-нибудь? Так ведь намного проще, разве нет? Ой, серьезно? Мне нравится мне это. Сколько там? 3 таких камня надо? Он говорил. Чего они лезут-то? Только меня не трогайте, бейте эту громилу. Я использую свой эликсир. Давай, лупай своего. Нечего моих добивать. Как-то мы долго поднимаемся. У нас перегруз, что ли? Толстяк мог бы внизу подождать. Потом бы приехал один. Как-то их много. Может, как это работает? Ну все, я без проблем победил. Мне придется идти. Тут лава поднялась. Этот страж хорошо себя чувствует. Там, может, это дерево поломалось? Ну, конечно, поломалось. А сразу это не могло сломаться? Какое-то прочное дерево. А он чего? Опять надо мост для него какой-нибудь опускать, да? Блин, а как эту... Поменять перчатку свою. Так. Хотя ладно. Наверное, в ближайшее время мне постоянно нужна будет эта ручка.
Надо сходить за той фигней. Хоть Вульгрима этого я так и не нашел. Спрыгивать я не хочу. Хотя потом подняться обратно можно. Ничего под водой нету. Так, а подняться я могу? Ну, тут закрыто. Это значит назад. И здесь вроде как не могу. Хотя, наверное, могу. Или нет. Или мне надо толстяка привести, и он меня перебросит. Там же еще второй проход был. Мне бы крылья вот. Они бы мне не помешали. А дарить их никто мне не торопится. Заходи. Давай, перебрасывай меня. Запрыгивай, Саша. Хорошо приземлился. Так, я могу попасть туда. Здесь я ничего сделать не могу. Ну ладно. Ничего нету. Как-то он не торопится цепляться. Какое у меня оружие стоит? Где тут вампиризм? Думаю, отхилиться пора. Да ну нет. Когда их двое, хилиться вообще не вариант. Тут, значит, страж. Ну или конструктор, как их там называют. Неважно. Для меня они все стражи. Непонятно, для чего это. Их может поднять как-то можно. Ну, блин, наверное, как-то так. А, вон оно что. Ну, ладно.
Значит, до конца их надо поднимать. Забраться бы еще туда. Нет, ну быстрей. Нет, козел. Ладно, ты не козел. А ты будешь обижаться. Так. Мне просто отпускать. Здесь у нас ничего нету. Так. Ну все, этот толстяк может сюда прийти. Я, наверное, тоже. Не могу же здесь подняться. Привет. Сломаешь это для меня? Он не сломает. А где я там оставил этого стража? Для тебя есть работа. Нельзя ускорять. А можно этого ударить? Вот так вот. Нельзя. Что ты там делаешь, сзади? Он слепой, что ли, не видит? Я хотел верхнюю сломать. Я еще могу сделать вот так вот. Все. А то вырастут новые. Тут камень номер два. Ладно, я пойду своими делами заниматься. Они могут драться. Он нужен еще где-нибудь или нет? Вообще он неплохо дерется. Для чего их вообще делали? Как туда запрыгнуть? Что за беспредел? Ладно, пойду дерну за рычаг. С какой стороны дергать-то?
Нет, почему я не могу? После тебя. Ну сюда упадет этот камень. Почему он свои лапы не может притянуть себя? Так добивай! Так. Пока я поменяю, мне вампиризм не нужен, лучше урона побольше. Может вниз спрыгнуть? Вот он не хочет, скажем, подкинуть сюда или туда перебросить. Да, хочет. И, возможно, там ключ от той двери. Да, там ключ лежит. Может, надо что-то починить? Тогда вот это вот все начнет работать. Может, этот камень надо как-то убрать? Я его просто так сломать не могу. Смотри, чтобы тебя не расплющило, ладно? А этим огромным... Он скорее ту... Установку, блин, сломает. Нет, он застрял. Все, он выбрался. Ладно, можно тогда бежать туда. Это что такое? Ботинки какие-то. Монетки. Там вон какая-то фигня здоровая. Давай, бей ее сильнее. Он у меня такой слабый, этот напарник мой. Тут вот углубление для шара этого. Как-то он жестко выносит. На что спорим? Стража там оставил этого, да? Ладно, стоит за ним вернуться. Ничего нету. Надо было тащить его сюда. Сейчас бежать за ним, потом ехать на нем. Такой медленный.
А он вообще заедет? А тут нельзя отделить одно от другого. Может, его потом перевести сюда как-то должны? Хотя он здесь утонет. Попробуй отыскать что-нибудь. Ой, у меня такая умная птица. Что бы я делал без нее? Может, тут какая-нибудь подводная пещерка есть? Ладно, нет. Ну, он сюда не заезжает. Иди дальше, Саня, а я немного отдохну. Здесь у нас что? Там проплыть он не может. Но может быть есть что-то там? Нет, ты не можешь просто забраться, да? Ну понятно. Оказывается, здесь надо было перебежать. А я думаю, чего он остановился? Еще одна огромная территория. Зачем? Для чего? Тут вот можно спрыгнуть. Ладно, я думаю, на этом можно закончить. Пока.